календаре памятных дат России появился новый день – 27 июля. Он посвящен памяти детей, погибших в военном конфликте в Донбассе. Видно, волонтеры Ленинского отделения «Молодой гвардии», партии «Единая Россия», общественники, неравнодушные жители Ленинского округа пришли на Аллею Славы, чтобы возложить цветы к вечному огню и зажечь свечи. 10 лет назад вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки. Тогда погибло много мирных жителей, в том числе и дети. Эта дата была учреждена по указу главы ДНР в 2022 году, чтобы увековечить память о погибших малышах и подростках Донецкой Народной Республики. Кто-то мог стать достаточно великим человеком, но, к сожалению, уже не станет. Поэтому это мой гражданский долг. Я просто не мог не прийти. Я обязан возложить цветы, отдать долг памяти и чести. Усопшим. Эта акция не только дань памяти погибшим, но и знак солидарности. Сотни детей получили ранения и инвалидность. Тысячи живут в постоянном страхе, забыв, что такое мирная жизнь. Я не так давно туда приехал, и я занимался там с детьми именно вот теми, которые были эвакуированы. Это очень страшно, потому что вы бы видели этих детей, они взрослые, они прям старики. И почему я и говорю, да, что эту дату необходимо вводить вот именно так серьезно, на официальном уровне, чтобы такого никогда не было. По данным аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, по состоянию на 21 июля 2024 года, с начала вооруженной агрессии со стороны Украины, ранения различной степени тяжести в республике получили свыше 900 детей, 240 детей погибли.